Слушайте, звезда в шоке. Когда ко мне приходит женщина и говорит: «Сережа, я некрасивая, измените меня», я в шоке. Женщины, все ваши беды от неуверенности в себе. Слушайте, я тут был на курорте, пришел на пляж, разделся, накрасился. Подходит дама, такая же, как я, белокурвая. Дама в купальнике, я в шоке. Говорит: «Сережа, вы такой сексуальный, я хочу с вами сфотографироваться. В какую позу мне встать, чтобы я потом не выглядела толстой?» Женщина: «Да какая разница, что о нас подумают на фотографии? Да на загранпаспорт вообще нужно фотографироваться пьяным, чтобы потом в аэропорте узнавали. Учитесь любить себя всякую, учитесь. Когда я утром смотрю на себя в зеркало, я не то что в шоке, я по колено в шоке. Думаю: ё-моё, все люди как люди, один я красив как бог. Кому только это все достанется? Вы думаете, это все легко? Если кто-то думает, что красота это расплюнуть, то ошибается. Женщина, у меня дома везде зеркала. Но как иначе неземную красу поддерживать? И мне плевать на эти дурацкие приметы, что, мол, нельзя в зеркало смотреть во время еды, счастье проешь. И когда пьешь нельзя, счастье пропьешь. И уж совсем недопустимо, чтобы зеркало стояло в туалете. Это примета дурацкая. Если волосы покрасишь в белый цвет, поглупеешь. Но я покрасил, ничего, хуже не стало. Стало только сексуальнее. Ой, все спрашивают: «Сергей, какая ваша сексуальная ориентация?» Я говорю: «Я стилист». Какая разница? Вообще все мужики одинаковые. Две руки, две ноги, посередине сволочь. Женщин, учитесь эпатировать, несмотря ни на что. Учитесь. Я тут на днях встретил такую стильную деваху. Ее видно издалека, потому что у нее во всю спину татуировка. Схема московского метрополитена. Даже внизу спины не хватило. Я так думаю, станция Бутова там, где и должна быть. Женщины, не бойтесь экспериментировать с прической, не бойтесь. К прическе вообще нужно относиться как к сексу, то есть с юмором. Не получилось — похохотали и баиньки. Женщина должна быть загадкой. Мужики до нее должны докапываться, как в сказке. Как там? Смерть Кощея в игле, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке. И нечего нам равняться на Запад, у нас своя мода не хуже. Но было в этом Париже. Какой дурак придумал увидеть Париж и умереть? Ты попробуй увидеть Москву и прописаться. Женщины, чтобы вы окончательно поняли, что наши лучше всех, я закончу стихами. Стихами великого русского поэта Леона Моисеевича Измайлова. «Есть женщины в русских селениях, их бабами нежно зовут. Слона на скаку остановят, и хобот ему оторвут.